Объективно говоря, сборная России на Олимпиаде делится на тех спортсменов, от которых мы ждем медалей, и на тех, от кого мы медалей не ждем. Я бы хотел пожелать удачи как раз представителям второй группы, особенно моим знакомым прыгунам с трамплина Дмитрию Васильеву и Денису Корнилову. Ребята, пусть те дни, когда вы уступаете, вам сопутствует невероятный спортивный фарт, пусть случится маленькое олимпийское чудо.